Из города в горы. Истории Розы Спрингс. Дорогие друзья, я вас приветствую. У микрофона Ксения Островская. Вы на подкасте «Из города в горы. Истории Розы Спрингс». В этот предновогодний период я приветствую вас и поздравляю с наступающим Новым годом. И мы приготовили для вас необычный выпуск. Это короткий выпуск, это своего рода трейлер, анонс, новогоднее попурри из всех самых популярных выпусков, которые мы записали в 2023 году с экспертами медицинского центра отеля «Роза Спрингс». Надеюсь, что это вдохновит вас на прослушивание каких-то выпусков, если вы их еще не слушали, либо вдохновит вас на подписку на наш подкаст, чтобы не пропустить в дальнейшем наши выпуски. В любом случае, мы будем рады с вами встретиться в самое ближайшее время, а пока мы напомним о том, как прошел этот год для нас. Из города в горы. Истории Розы Спрингс. Роза Спрингс – это не просто место для отдыха, это место, где история и настоящее переплетаются, создавая уникальную атмосферу, уникальные услуги и удобства. Роза Спрингс предлагает своим гостям не просто комфортные номера и великолепные виды, но и целый ряд действительно уникальных услуг, которые делают ваш отдых еще более приятным и незабываемым. Если мы на протяжении долгого времени там мы не спим, допустим, мы там год работаем, да, и мы нормально не высыпаемся ежедневно, и это в хроническом режиме, а потом мы думаем, что мы вот пойдем в отпуск, или мы, допустим, неделю плохо спим, вовремя не ложимся, там уделяем мало этому времени, а потом за выходные мы пытаемся отоспаться. На самом деле это, ну, не так, ты не выспишься, ты не можешь восстановить весь потерянный, утраченный сон в течение недели. За выходные, хоть ты там будешь напролет несколько суток спать, это не приведет к положительному результату и не скажется хорошо на твоем здоровье. По дискуссии, наверное, только между врачом и пациентом, пациент может понять, кто перед ним сидит. То есть врач с образованием или дилетант в этом вопросе. А что должно насторожить, вот, Наталья, как на ваш взгляд, что должно насторожить? Очень много женщин, особенно которые мамочки молодые приходят, да, кормящие, и хотят, чтобы им сделали, вот я завтра все брошу кормить грудью, но вы обязательно мне сделаете, то, естественно, получают отказ. То есть здесь вот очень важно, да, донести до клиентки, что можно, а что нельзя. То есть она говорит, что я завтра брошу, но доктор говорит, нет, вот когда вы бросите, тогда вы придете на процедуру. Ну, то есть мы понимаем, что противопоказания, это прежде всего мы должны вот рассказать, объяснить детально все, и тогда со стороны клиентки не будет никаких вопросов, она, в общем-то, соглашается. Поэтому наше меню тоже не стоит на месте, да, оно создано таким образом, чтобы каждый гость нашел для себя все, что ему можно, что ему нельзя, что ему можно по медицинским показаниям или просто по желанию. Меню создано, соответственно, таким образом, что у нас каждый день на рационе рыба, курица, мясо, овощи, крупы, макаронные изделия. Растительное мясо или растительные наггетсы, да, для веганцев, безглютеновая выпечка для людей с глютеновой непереносимостью. Для всех, да, людей у нас можно найти что-то, ну, на шведском столе, чтобы как бы остаться не голодным. Но управление этим отелем является уникальным, потому что сам объект является уникальным. Потому что мы, команда отеля «Роза Спрингс», хотим, чтобы наш отель был уникальным, чтобы гости, когда думали о том, куда поехать в городе Сочи, не мучились выбором, а просто у них был один, единственный вариант. Едем в «Роза Спрингс». Доля мышечной массы снижается, а вот доля жировой массы увеличивается. Соответственно, замедляется наш метаболизм, и очень сложно при каждом последующем цикле снижать вес. Да? И человек говорит, ну вот первый раз я вроде там посидел на такой-то диете, да, и так хорошо у меня все получилось, а потом раз уже я вроде то же самое пробую, а эффекта, ну, минимум или никакого, да, впоследствии даже, может быть, и ты сидишь на диете, а вес все равно набирается.
отвлечься, тоже переключиться. Кому-то надо поработать с психологом, кому-то надо там медитацию зайти на несколько часов, да. Ну, то есть мы все разные, каждый по-разному с этим борется. Нервная система у всех разная, реагируем мы даже на какой-то минимальный стресс все по-разному. Ну, ничего не имею против закаливания, это тоже, да, такое минимальное стрессорное воздействие. И я думаю, что если хотя бы что-то делать, да, то все возымеет свой положительный эффект. Так как при отсутствии эстрогенов у нас нарушается центр терморегуляции в голове на уровне гипоталамуса, то организм бесконечно пытается охладить нас своими приливами. Это такая, знаете, компенсаторная реакция. Но бесконечно происходит расширение и резкий спазм сосудов. Это не очень хорошо для наших сосудов бесконечно расширяться и резко сужаться. И не каждый сосуды, не у каждой женщины такие сосуды готовы к таким резким перепадам. И здесь может даже спонтанно какой-нибудь микроинсульт случиться. Начинаются перепады в давлении. Вот пришла девушка и говорит: я лентяйка, я люблю максимально медленно, спокойно, замечательно. Это можно сделать очень эффективно. Но не все люди понимают, что это такое. Как начать? Они не знают, с чего начать. У них есть какие-то шаблонные фразы: похудеть, сделать это. Очень узкие такие моменты. Наверное, один из вопросов: а зачем нам нужен сон? Достаточно такой интересный вопрос. То есть мы спим треть дня. То есть, по сути дела, треть своей жизни человек проводит во сне. Зачем нам нужен сон? То есть у нас во сне происходит усвоение информации, ту, которую мы получили в течение дня. То есть и мозг ее, получается, переваривает, так скажем. Нужная информация усваивается, идут процессы восприятия, запоминания и все, что связано с, ну, получением той информации, которую в течение дня мы получили. Ненужная, соответственно, она отсеивается и забывается. То есть это ненужная информация. Мы, ну, перешагнули, пошли дальше. Человек в среднем должен спать порядка 7 часов, чтобы полностью все процессы в организме произошли адекватно, правильно и в нужном направлении. Поэтому уже родители перестали управлять своими детьми, и общество тоже за свободу. Важная миссия докторов, чтобы их выбор пал на именно здоровый образ жизни, потому что вредные привычки – это не просто сиюминутные увлечения, когда они вот получили этот кайф, а завтра вдруг смогут без этого. Они постепенно-постепенно ухудшают свое здоровье, приходят в зависимость. Даже тот же самый дофамин, гормон радости, который они сиюминутно испытывают в большом количестве при потреблении, они потом просто перестают, ну, проще взять из бутылки, взять и сигареты, чем через какие-то простые вещи, да. Эти примеры демонстрируют, как в отеле «Роза Спрингс» минеральные воды интегрированы в комплексный подход к оздоровлению и лечению, предлагая гостям индивидуальные программы для улучшения их здоровья и благополучия. Более подробную информацию вы можете получить на сайте отеля, либо позвонив по одному из указанных телефонов. Напоминаю, что в описании каждого выпуска есть актуальные ссылки на наш сайт, телефон и на ссылки в соцсети. Из города в горы. Истории Розы Спрингс.